Hey. Классный. Черные глаза. Я похож на пчелу. Все очень интересно. Компьютерные очки с отражением. И опять я в солнцезащитных очках. Мне солнце не видно. И глаза не жмурит. Мне очень комфортно. Мои глаза очень расслабленные. А хорошо ли мне в них? Приветствую, друзья! С вами снова я, Слава Мудрый Воронцов. Простите за это прикидон на очках. Что я хотел показать этим, друзья, что вот такой же был я. Очки, солнечные очки. И я коллекционировал разные очки в разное место, в разные условия. Сегодня я хочу поговорить об солнечно-защитных очках. Солнечно-защитные очки. Какова от них польза и каков от них вред? Не знаю, задумывались вы когда-либо об этом или нет, но эта идея пришла ко мне уже пару лет назад. Все никак не собирался записать видео. Ну вот, сегодня я решился, у меня сегодня такой день вдохновения, и я записываю свои мысли, чтобы вы об этом услышали, и, возможно, кому-то это также откликнется. Что я хочу сказать по поводу солнечных очков? Давайте задумаемся, каково влияние их на радужку глаза, на глаз сам таковой. Как вы знаете, что глаз – это, помимо всех компонентов, которые там находятся, техническим языком говоря, это мышцы, в конце концов, это мышцы, хрусталик. Хрусталик натягивается, сужается и становится плоским или расширяется, становится выпуклым или плоским, другими словами. В зависимости от напряжения внутриглазных мышц. Мышцы. Да? И вот если эти мышцы ослабевают, то, соответственно, теряется способность нас видеть близко или далеко. И отсюда появляется близорукость и дальнозоркость. Вы скажете, как это связано с солнцезащитными очками? Вот это также имеет связь, которая заключается в следующем. Смотрите, что делают очки по сути своей? Да? Что по сути своей делают очки? Вы одели очки, светит солнце. Когда светит яркое солнце, вы прищуриваетесь. Да? Вы солнце яркое, мы прищуриваем глаза. Сужаются веки, напрягается внутри зрачок, сужается. Вы замечали, да, когда мы находимся в темноте, наши зрачки расширяются. Когда мы находимся на солнышке, а зрачки сужаются, не знаю, такие тоненькие, как у кошки. Окей? За счет чего это происходит, опять же, да, за счет того, что процессы, которые происходят внутри, но также наш работает внутри глазной мышцы. Мышцы напрягаются, они напрягаются, сужают наши веки. Я не знаю глубокие действия, что там происходит у нас в глазу на химическом уровне, да? Но на уровне физики мышечного сокращения. Вот я хочу
с этим вами, поделиться с вами вот этой мыслью. Сужаются наши глаза, напрягаются. То есть, когда есть солнышко, мышцы работают, они сужаются, тень пошли, они расслабились опять. И в результате мышцы наши работают. Наши мышцы глазные работают, что дает пластичность, эластичность и крепость. Поэтому в любой ситуации мы всегда можем сузить глаза, расширить, когда это нужно. И идет кровоток, питание глаза, глазного яблока за счет вот этих напряжений мышечных. В результате наши мышцы довольно крепкие и сильные. Okay? Теперь давайте посмотрим, что же происходит, когда мы одеваем очки. Мы одели очки, солнце светит, глаз у нас, вот солнышко светило, да, на улице летний период, вам было очень солнечно, и глаза сощуриваются, прикрываются, чтобы не было такого потока света на глаз. Теперь вы одели очки, мы одели очки, и, в общем-то, что происходит? Сразу чувствуем, как глаза расслабились. Глаза расслабились, как им классно, они нифига не делают. В результате мышцы расслабляются, никакого напряжения нет, и вы ходите в таком расслабленном состоянии столько, сколько вы носите очки. Что происходит на мышечном уровне? Мышцы не напрягаются, они теряют свой тонус, теряется кровоснабжение глазного яблока. Я это сравниваю с инвалидной коляской. Вот точно с инвалидной коляской то же самое. То есть можно саму ходить, но можно сесть на коляску, и, в общем-то, она особенно электрическая, и она тебя поехала. Мышцы твои расслабляются, ничего делать не надо. Вот точно то же самое сравниваю я, когда мы одеваем черные очки солнцезащитные, а для того, чтобы не своими собственными усилиями сузить глаза, напрягать их и тем самым адаптироваться к солнышку. Мы это делаем искусственным путем через эти стекляшки, которые служат нам неблаговидную роль. Вот такая штучка. Вот такая штучка происходит. Вот это очень-очень важно, я хотел бы, чтобы вы это прочувствовали, осознали, насколько солнцезащитные очки атрофируют мышцы глаза, которые способствуют адаптации глаза к различным погодным условиям, к солнцу яркому или к темноте. Даже та же самая темнота, глаза расширяются, но все зависит от чего? От силы мышц, насколько они расслабляются, сужаются, и всякие процессы, которые происходят в самом глазу, в глазном яблоке, они также зависят от солнечных лучей. Вот к этому нужно добавить еще очень важный момент, что вы знаете, что мы получаем энергию для нашей повседневной жизнедеятельности не только за счет пищи, кислорода, праны, но и также от солнца, от ра, да, солнце. И вот это солнце нужно, чтобы оно проходило в наши глаза, через глаза мы заряжаемся этой энергией. Когда же вы ставите фильтра, okay, то ваша энергия туда, энергия солнца к нам не поступает или поступает в очень-очень маленьком количестве. Вот, друзья, поэтому я и хотел бы вам сказать, что солнечные очки – это гадость полнейшая гадость, которой не нужно пользоваться абсолютно. Я предполагаю, что такие очки могут быть использованы только в целях лечебных, когда у людей какие-то проблемы со зрением, или они принимают какие-то лекарства, в общем-то, это другой вопрос. Или в крайнем случае, если у вас нет обычных светлых очков, скажем, которые люди используют во время езды на велосипедах или в машине, вечером, ночное время, ну вот скажем, вот такие подобные очки, да, с желтым цветом. У меня эти очки для компьютера, я их использую, они отражают. Кстати, отдельно тем можно поговорить по поводу очков компьютерных. Расскажу, наверное, точно в следующем блоге. Очень важная часть, потому что я в компьютерной индустрии с 93-го года, и я скажу, что это очень штука вредная для зрения.
Ладно, это отдельно, окей? Итак, то есть темнозащитные очки можно использовать, считаю, только в те случаи, когда у вас есть на это какие-то медицинские показатели, вот, либо в крайнем случае, когда вы едете где-то на велосипеде, скорость большая, нужно глаза закрывать, у вас нет простых прозрачных очков велосипедных, вот вы можете их одеть, или мотоциклетных и так далее, да? В обычной жизни я рекомендую, друзья, носить натуральные очки, отсутствие очков вообще. Потому что все здесь есть, наши веки, они так устроены для того, чтобы защищать нас от солнца, когда оно сильно яркое. Поэтому не пользуйтесь очками. Нет, не могу говорить, не пользуйтесь. Опять же, делайте, что хотите. Хотите, пользуйтесь, пожалуйста. Пускай атрофируются ваши глаза, пускай у вас зрение падает. Нет проблем, друзья, no problem. Okay, it's up to you guys. Я просто делюсь той информацией, которую я на себе прочувствовал, которая мне пришла. Не знаю, я нигде это не читал, как-то не претендую на истину по субъединстанции, как вы знаете, все, что я делаю, я говорю свое мнение. Откуда эта информация пришла, I have no freaking idea. Просто я вот осознал на основании тех знаний, которые я имею, я осознал, что это очень-очень вредно. Ну и вообще, подведя итоги, хочу сказать, что напомнить просто, что вы знаете, что все, что неприродное, это все нам вредит. Все искусственные вещи, искусственные приспособления, питание и вот всякие такие штучки, это все во вред нашему здоровью. Однозначно это то, что я глубоко убедился, и я это использую в своей жизни. Однозначно. Ну вот, друзья, пожалуй, все. Надеюсь, вы задумаетесь над своей коллекцией очков, которая чаще всего ошибочно пользуются женщины. Я тоже страдал такой штукой, потому что я жил в Майами, а в Майами очень яркое солнце, а солнце очень-очень яркое. Особенно, когда ты находишься возле моря, очень тяжело смотреть на него. Но затем, когда я это осознал, в общем-то, постепенно я привык, у меня, правда, заняло время, где-то месяц после того, когда я снял очки, для того, чтобы заново адаптироваться. И я вам скажу, что после этого острота моего зрения намного улучшилась, когда я перестал носить очки для солнца. Или от солнца, вернее, от солнца. Окей. Ну вот, друзья, пожалуй, все. На этом я закончу это маленькую информацию. Следующее я расскажу вам про очки компьютерные. Надеюсь, это вам будет также интересно и полезно. С вами был Ярослав Мудрый-Воронцов. Больше информации на нашем сайте vedadom.com. И, как всегда, пожелаю вам счастья, конечно же. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется вам старицей. А когда вы любите солнышко, вы получаете энергию. Поэтому любите солнышко, не носите очки, не защищайтесь от него. Солнце нам дано для того, чтобы давать нам эту радость и любовь, которую мы должны получать. Намасте.